А пока к другим новостям, которые, правда, вряд ли способны внушить оптимизм. Ведь Иркутская область стала единственным регионом в Сибири, в котором зафиксирован рост младенческой смертности. Такое не самое почетное лидерство Прибайкалье получило по итогам прошлого года. Ведь за 2017 в нашем регионе умерло на 6 детей больше, чем в 2016, а именно 230. Такие цифры приводит Росстат. Для сравнения, в соседних Красноярском крае и Кемеровской области за тот же период эти показатели значительно снизились. Причем по уровню младенческой гибели Прибайкалье также в тройке лидеров. Острее проблема стоит только в республиках Тыва и Алтай. Довершает безрадостную статистику и тот факт, что одновременно с увеличением смертности детей в регионе снизилась и рождаемость. За прошлый год сразу на 10%, с 35 до 32 тысяч человек.